двигаемся в прямом направлении. Разрешенная максимальная допустимая скорость на данном участке дороги какая? 60. Правильно. Правый ряд перестраивается. Всегда очень важно здесь у нас... Ну, Ань, ты со скоростью 50 км газуешь. Со скоростью 50 км в час хочешь, чтобы еще раз вправо уходи. Дело в чем? Во-первых, здесь, смотри, скорость у тебя уже за 60, она хочет выйти. Здесь не сдают экзамен по одной единственной причине. Скорость. Все летят здесь 80, и ученики тоже пытаются поехать за ними. При перестроении, при опережении здесь поглавливают. Раз. Но вы сами валите на это. Всегда лучше, когда, если инспектор молчит на экзамене, лучше всегда автобус пропустить. Автобус пропустить. Лучше всегда в правый ряд уехать и ехать себе спокойно, никому не мешая. Выбирай место для стоянки. В зеркало, да посмотри, здесь может пешеход идти, велосипедист идти. Так, ну смотри. Так делать-то не пойдет. Вот эта линия что означает? Нельзя пересекать. Почему нельзя? Это край проезжей части. Ну, край проезжей части. Край проезжей части. Для остановки транспортного средства ее пересекать можно. Но всеми четырьмя колесами транспортного средства. То бишь всем автомобилям. Мы прям, линия между нами сейчас с тобой стоит. Еще вправо уходи. Чтобы полностью она ушла, чтобы ты эту линию видела в зеркало свое. Видишь ее в зеркало? Да. Все. Поехали. Ну как поехали? Ты зеркало посмотри. Точно поедешь. Рулем не крути много, его чуть-чуть надо. Все, на меня уже возвращай. Буквально 5 сантиметров от ровного положения ты его повернула, газанула и вернула обратно. Двигаемся в прямом направлении. Автобус, видишь, хочет выехать. В любом случае должна его пропускать. В любом. Хоть в правый ряд, хоть влево он выходит, без разницы. Хоть через сплошную тут перестраивается. Второго тоже пропускает. Но движение прямо, нам с тобой нужно будет перестроиться в левый ряд. У тебя нет пока этой возможности, ты разгони автомобиль. Со скоростью 20 км в час на такой трассе, где все летят, ну, даже я не смогу. Молодец, чё? Хотела по сплошной, потом увидела, потом резко дернула руль назад. А если бы выйдешь в поворотник, а если бы в этот момент, когда ты уходила влево, тебя машина бы сзади, которая идущая сзади, уже бы встала бы на твое место. Ты уходишь влево и возвращаешься назад, что ты делаешь? Бьешь машину, правильно? Ты же не дергайся, как перепуганная. Тут знаки движения по полосам. Видишь, мы въезжаем на второй Хабаровск, в сторону второго Хабаровска, да? Вот, знаки по полосам, по полосе. У нас главное, у ребят с развязки кто? Вот они здесь конкретно пропускают. У них дорога кончается, видишь? Они нас должны пропускать. Выбираем место для остановки. Водишь, дай бог, всех. Вот единственный перекресток здесь до СААФа мы проехали. Регулируем. В бордюр сейчас едешь. Отпусти тормоза. Во-первых, этот человек нам сейчас чуть не заехал. Это раз. На повороте останавливаться нельзя, это два. И ты как-то это все сделала, что человек реально даже не понял, что ты останавливаешься. Так нельзя. Ты видела в зеркало, он еле ушел от удара? А? Он аж разогнаться теперь не может. И во-вторых, ты в бордюр зачем лезешь? А где здесь поворот? Это поворот какой-то.
рельсы, по ходу движения рельс, давай как бы налево за себя смотри и по рельсам прямо, право прямо, видишь? Направо здесь головой мотать не надо никогда. То это до смешного дела доходит, что останавливаются люди и крутят голову вправо, где нет рельс. Просто. Это смешно выглядит. И глупо. Чего ты замерз там, блядь? Косяки были, все забыли. Дома будем вспоминать, а сейчас уже едем, ты на дороге находишься. Левый ряд перестройся. С газом пошли. Тоже на рожон-то не лезь, смотри вперед, что ты видишь? ЖД переезд красный, да? Здесь опять, смотри, рабочие стоят, ЖДшники. Налево, опять направо, прямо. Колеса видим впереди идущего, впереди стоящего транспорта, все стоим. И все. Вот такие пироги. Вот что, видишь, дядька на тебя смотрит? Ты его подрезала практически. Что ты отвернулась? Ну, посмотри его, улыбнись, скажи, дядя, извини. Если она одна, вообще не слабая. Правый ряд уходи по возможности. Посмотри в зеркало. Что видишь? Есть кто? Выключи поворотник, выключай всегда как бы, потому что есть поворот, ты многих в заблуждение ведешь. Место для стоянки выбери, пожалуйста. Смотри в зеркало, где бордюрка. Медленнее подъезжай, медленнее. У меня так девочка на экзамене, блин, все сделала и ударилась в бордюр. Это очень обидно, когда все упражнения сделал. Все, поехали. Включай поворотник, газуй, 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 включай за поворотник, вот, ты на дороге стоишь, посмотрела, что тебя рядом никто не объезжает, никому ты не помешаешь, и поехала. Вот так вот, аккуратненько, ямка бух, я, в принципе, это я говорил, чтобы аккуратненько, но, правда, ее обидишь. Здесь ЖД переезд, парень у меня не сдал только из-за того, что проехал и не посмотрел налево и направо. Хотя с другой стороны, да, он оборудован шлагбаумами, семафоры. Блин, поехали, что ты тупим? Что мы уже? Ну мы попали в яму, дальше зачем останавливаться? Чтобы следующий нам вообще заехал в этот автомобиль наш. Опережай автобус. Первое, что нужно сделать? Перестроиться. С газом. Пошли с газом. С газом, с газом, с газом, с газом. Всегда смотри на впереди идущий транспорт. Где он подпрыгнул, где он поворачивает, вправо уходи. В зеркало смотри, не надо тормозить, уходи. Ты должна как водитель, выключай поворотник. Быстро, это все быстро. И нет отговорки, что я только учусь. Увидела, что стоит машина, препятствие на дороге, как говорится, с поворотом налево. Тебе в прямом направлении ехать надо. Быстро смотришь в зеркало, никого нет. Включаешь поворотник, принимаешь решение, уходишь в правый ряд. Все. Тормозить нужно только, если там кто-то едет. Если у тебя нет возможности сразу перестроиться. Зачем сразу-то тормозить? Ты теряешь драгоценные секунды, метры и время. Понимаешь? Ты что? Живаешь? Да. Да? Здесь можно остановиться? Да. А здесь же обочины нет. Здесь яма. Где здесь остановиться? Яма. Где яма? До ямы. До ямы. Молодец.
Но мы этого сейчас делать не будем, потому что сзади нас вот эта фура едет всю дорогу. Мне как-то она напрягает. Ты всегда вдаль смотришь. Светофор, что мы видим? Там 9 секунд. А ты не успеешь. Начинай торможение. На светофоре уже 1 секунда. Стоп-линия потерялась, остановилась. Ты линзы надела? Нет. Молодец. Сейчас остановимся и надевай. Смотри, вот они должны были вообще все стоять, они взяли и поехали. Это же пешеходный переход. Место для стоянки. Ну молодец. Надевайте линзы.